В современном сельском хозяйстве и огородничестве все чаще используют неорганическое мульчирование. Появилось очень много специальных пленок и укрывных материалов, которые, в отличие от органики, не вытягивают из земли азот. При этом они хорошо защищают грядки от сорняков, дышат и сохраняют в земле влагу. На моем дачном участке земли, пригодной для выращивания овощей, практически нет. Глину и тонкий слой дерна для этого не используешь. Поэтому и родился проект «Огороды в мешках». В решении этой задачи мне очень помогает черный мульчирующий материал фирмы Гекса или Агротекс. Он работает как мембрана. При поливе хорошо впитывает воду, медленно ее испаряет и при этом обеспечивает воздухообмен. Чтобы мои мешки, клумбы вокруг и снизу не обрастали сорняками, я размещаю их на подиумах, подробно о которых вы можете узнать по ссылочке в углу экрана. Такие подиумы не только позволяют делать мешочные грядки без перекопки газона, но и помогают защищать посадки от улиток, слизней и других летающих и ползающих вредителей. Для этого укрытие достаточно периодически обрабатывать соответствующими средствами. Отлично этот мульчирующий материал отработал и на моей клубничной грядке. Уложив прямо на газон слои сена, перепревшего навоза, свежескошенной травой и земли, я все это укрыл геоматериалом и получился многослойный реактор, который клубнике очень понравился. Такая грядка уже в первый год дала неплохой урожай, а на второй год поразила количеством и качеством плодов. Причем клубничка вырастает чистенькой, хоть прямо с грядки ешь. И собирать ее очень удобно. Использую я черный укрывной материал и при изготовлении моих мешков и компостеров. Сетка придает конструкции жесткость, а ткань удерживает почвогрунт внутри, защищает его от пересыхания и позволяет ему дышать. В общем, работает как боковая мульча. А если снаружи обмотать черной стретч-пленкой, то образуется тонкая воздушная прослойка, которая дополнительно удерживает влагу и защищает мешки от перегрева. У фирмы Агротекс есть очень интересный двухслойный мульчирующий материал. Нижняя сторона черная, она блокирует рост сорняков и позволяет полезным почвенным организмам развиваться в комфорте. А наружная сторона белая, она защищает посадки от ожогов в жаркую и солнечную погоду. При поливе этот укрывной материал поднимать или убирать не надо. Вода спокойно через него проходит. Соответственно, и на уличных грядках во время дождя вода сверху застаиваться не будет, и вся попадет по назначению, непосредственно к корневой системе. А вот испаряться она будет достаточно медленно, благодаря специальной технологии изготовления перфорации или отверстий в мульчирующем материале. Все неорганические мульчирующие геотекстили обладают таким свойством – мембраны, поэтому хорошо и регулируют влаговоздушный баланс. Я так подробно об этом рассказал, потому что не все знают, как правильно положить мульчу из ткани на свои грядки. Если у вас климат засушливый, то сторону с более крупной перфорацией размещайте вверху, а если дождей больше, чем солнца, то внизу. У меня на огороде в мешках традиционных грядок нет, но соседи выделили мне для экспериментов с черным укрывным материалом пару небольших грядочек. Я уже рассказывал, как в начале лета решил провести эксперимент, посадив морковку и свеклу под укрывной материал с отверстиями под геотекстиль. И без мульчирования. Вот две соседние грядочки. Овощи примерно в одинаковых условиях. Посмотрим, дало ли какой-нибудь эффект мульчирования геотекстилем. Морковку и свеклу с обоих грядок я выкопал. Вот можете посмотреть. Это морковь и свекла, которые росли под геотекстилем. А вот это вот морковь и свекла, которая росла на обычной грядке без мульчирования. Ну, мне кажется, очевидно, что под геотекстилем овощи получаются
гораздо крупнее. Такой итог эксперимента. В следующем сезоне подобные эксперименты расширю и продолжу. И о результатах обязательно вам расскажу. Выращивая капусту в мешках-аквариумах на подиуме, я для мульчирования 2 года использовал блины из двухслойного черно-белого укрывного материала. Результат, что называется, налицо и говорит сам за себя. Пока рассада капусты молодая, ее хорошо защищала табачно-зольная пыль, подсыпанная на мульчирующий блинчик. 2017 и 2018 года были совершенно противоположными. Первый был холодным и дождливым, а второй жарким и сухим. В 17-м полил только один раз при посадке, а в 18-м с лейкой пришлось побегать. Но урожаи были отличными в любом варианте, в том числе и благодаря использованию снизу, сбоку и сверху геотекстилей. В результате 3 лет экспериментов я пришел к выводу, что если передо мной встает выбор, чем мульчировать, органикой или синтетическими укрывными материалами, то предпочтение всегда отдам второму способу. Если мой ролик вам понравился и был полезным, не забудьте поднять большой палец вверх. Подписывайтесь на мой канал «Сад и огород в мешках». Спасибо за просмотр и до новых встреч!